Я вам предлагаю поставить сейчас авансом нам палец вверх. И если вы не подписаны на наш канал, подписаться на него обязательно. И оставить комментарий. В процессе просмотра этого видео обязательно по каждой из возникшей ситуации в нем пишите комментарии свои. Чем больше вы их напишете, тем лучше будет продвигать YouTube наше видео. Дорогие друзья, нахожусь я на Северном мосту. Разворачиваюсь это в сторону левого берега, если ехать. Есть перед Северным мостом такой разворот. И при развороте, вот с правой стороны, что мы наблюдаем, видимость из-за этого рекламного щита, она вообще нулевая. Очень небезопасно он находится. У меня просьба к администрации города демонтировать этот щит, и больше его здесь не должно быть, потому что он создает здесь дополнительную опасность для водителей, потому что закрывает обзор. Надеюсь, вы отреагируете, уважаемая администрация района и города. Вам вечером обзор с этого места, обратите внимание. Теперь все видно. Если вы поддерживаете наше движение, ставьте пальцы вверх, комментируйте, не забывайте подписываться на наш канал и ждите новых выпусков. Всем пока!